21 февраля 2018 года. Это вот с Москвы от отца Виталия подарочек. Мир вам. Так что передайте Игнатию Тихоновичу. Да. А как вы оказались здесь? Я здесь жила, когда-то училась. Это ради чего прилетели? Чисто передать на посылку? Нет, я к брату прилетела. У меня брат здесь живет, родной. А вы наш канал смотрите тоже, да? Смотрите видеоканал, который мы снимают на камеру сейчас? Нет. Нет? А у тебя есть с собой визитка? Не смотрю. Вон, Игнатий Ильич. Добрый день, посмотрите. Спасибо. Отца Виталия, просто мы ходим в тот храм. Мы с ним в Иерусалим летали дважды. Что же там придумал-то такое? Не знаю, я просто благословение просила у него, когда перед отъездом. Он говорит, о, а у нас там старец, передать надо ему посылочку, там записочку, денежку он передал. Так что вот в пакетике все. Ну что ему все. Можно передать? А когда еще это? Визиточку еще одну. Ему передать надо. Никита, еще визитку дай-ка, мне трудно доставать тут. А вот, нашел. Он вас знает, да? Шутцы такие. А, еще, вот, все наши ресурсы. Поделись. Здесь есть сайты, Корова, все. Хорошо. Ну, большой. Ну, с Богом. Я что-то должен еще дать, нет? Нет, нет, да. Все, спасибо, Господи. Все, все, все. Все, всего доброго. Все, с Богом. Передайте ему поклон. Хорошо. Вот с ним. Красные Евангелие не дали веру, что ли? Мне нравится шестикрыльное животное Серафима. Вы смотрели, как мы пели? Шестикрыльное животное Серафима. Животное? Животное. Хорошо жить братья вместе. Ну вот это такое, чтобы он был тематически. Что там делает? Тыли, значит, это опять не было. Ты по всем сферам его поднимаешь. Я пойду ноутбук заберу.